Светка, приветик тебе. Новый еще. Привет, привет. Мы сегодня со Светланой будем открывать ее покупочку. Да, это ты себе презентик сделала? Что? Себе презент приготовила? Это мы за 50% оформили я не знаю, заказ. Если они не будут или остановиться, или час вперед, час назад, потому что у меня так с часами. Но да? Просто мне очень понравились. Посмотрим. Давай, я буду уже приближаться. Ой-ой-ой. Какие часики. А, тихонечко, я сейчас попробую настроить. Нифига себе. Сейчас светик. Вот так, чтобы оно крупное. Вот, теперь наехали. Смотрите, какие они классные, с камушком. Бусинки такие маленькие, не крупные. Я думала, что они более крупные. Они такие нежные. Ну, светик, давай вытаскивай свою красоту. А, они как браслетики, да? Ну, да, да, да. Я так поняла, они на резиночке, да? Угу. Давай сейчас посмотрим. Ну, давай, примеряй. Так, они на левом руке, правильно? А кто как? Кто как? Два. Два, но не на такой номер. Я вся буду... Вот. Еще прикольненько. Так, сейчас я наезд такие сделаю. Такие легкие, как будто ничего нету на руках. Так, наезд хочу сделать. Вот. Прикольно. Свободненько, да? Ты да. Как будто ничего нет. Прикольно. Светка, сколько они нам вышли? Девочки, нам так... 260. Мне хочется посмотреть. 260 лей с доставки, 271 лей. Это Светлана воспользовалась своей 50% скидкой. А скидку такую мы получаем благодаря тому, что оформляем свои заказы в течение двух каталогов на 100 баллов. Светка, тебе еще нравится пользоваться 50% скидкой? Очень. О, экономия и такие приятные мелочи есть такое? Все, Светка будет носить. Вот они их. Да, там все снимается. Все, спасибо, что ты поделилась. Девчонки, сейчас мы отправим вам чат, а вы уже думаете, хотите ли вы такие штучку себе побаловать или нет. Спасибо, Светик. Все, пока-пока. Смотрите, какие классные. О! Ты довольна, я так понимаю. Очень. А давно хотела. Кстати, у меня и на лице вот этот новый новейдж. А ты тот перфект, это тебе осветляющая серия? Анна, расскажи, расскажи. Очень круто. Ты же попробовала сейчас, получается, вот эту два в одном пеночку, да? Ой, да. А ты в курсе, что она премию Космополитен получила? Или гламур? Знаешь, что вот девчонка сегодня на днях поставила, что они премию 2018 года получила, именно вот эта умывашка новенькая. Очень круто. Очень вообще такое лицо легкое, чистое, свежее. А потом это вокруг глаз вообще так... Кап-кап-кап, оно так быстро проглотило. Тоже с роликом идут, Света? Нет. Там капелька, дозатор, да, идет? Надо, да, и так делай. Угу. А потом эту тональку, тоже классная тональку вообще. И крем дневной. Уже нет, ночной буду вечером портить. Угу. Очень. О, короче, круто. Ты довольна. Я очень хотела это, да. Молодец, Светка. Я рада за тебя, что у тебя получается приобретать то, что тебе нравится. Спасибо. Все, девчоночки, спасибо вам большое. Пока-пока. Делаем видюшку вам.